У нас тут на входе в парк в Москве посадили плющ интересный. Вот такими вот арками. Так забавно. Очень красиво. Вот такая вот у нас арка получилась. Много-много таких вот ободочков. И вот такие цветочки красивые. Я так люблю, как пахнет терпко-терпко. Да? Красиво? Да. Такие интересные штучки. Такие осенние ромашки, хризантемы называются. О, у твоей бабушки? Некоторые уже хорошо распускаются. Такие мелкие, веселые, эти должны быть белые. Сейчас сентябрь 23-го года. Ну, до октября, может, оно распустится. Какой красивый цвет, такой терракот темный, бордовый. Вот тут бело-желтые распустились. А ночью все это светится. Тут такие новогодние гирлянды и всякие там стрекозки, бабочки. Вот такой вот проход веселый. Потом ночью засниму. Там такие красивые бабочки, всякие цветочки и стрекозки будут. Все, осенний уже парк у нас становится. Осыпаются листочки.